Скажи мне, что там по процентам у нас? Заебался бегать. Все, готово, уже все уже есть. Все, заходи. Так, сейчас. Блять, как тут сейчас секундочку вот так вот понял. Угу. Такс. И у этого человека мы требуем видос. Да мне мало было, мне лет 5 было. Помню, как в компьютерных клубах, в интернет-кафе это называлось, когда это первое, блядь, появилось. Я еще вообще пиздюком был. Там люди сидели, там люди приходили, чтобы написать сообщение, чтобы не понял, не почтой, блядь, отправлять, не какой-нибудь там хуйней, mm-hmm. а чтобы на эту самую, на e-mail написать сообщение, чтобы быстро пришло пообщаться. У меня мать постоянно зависала там, кому только не писала. Мы съехали тогда с Владивостока. А, блядь, и зависала в этих компьютерных клубах, а я рядом сидел во всякие флешки играл, дебильные. Бля, я во флешки столько играл, охуенно было. И она мне сказала, сделай себе... Mm-hmm. Она мне говорит, сделай себе почту тоже, говорит, тоже заведи себе почту. И я как сейчас помню, блядь, что была за почта. Я тогда любил очень мультик, вы знаете его, Самурай Икс. Ну, в общем, и почта у меня была похожего содержания. Чебатусайчи, самурай, блядь, икс, блядь. Какая-то такая хуйня. Нормально было. Своя личная. Но так. Это еще тогда, пацаны, тогда это было конкретно. Сейчас установка идет, прошу прощения. Угу. Так вот, какую почту было? Нужно было создавать, да, Максим, сегодня? Да надо было, да. Да, она уже все равно удалена давно когда-то. Да ты не понял, это... Ну, ладно. Это... Ты мне да, я не почту понял, просил прошу создать, прощения. Мне нужно... Название было да, какой-нибудь да, такой, Самурай Икс или... Да-да. А, да-да, надо mm-hmm. было это. Нет, я тогда понял шутку. Мы просто не поняли друг друга после того, как мы поняли шутку. Я mm-hmm. понял. Mm-hmm. Ну, пососитесь еще, блядь, тут. Че тебе не нравится? Я понял. Ну, я тебя понял. Ну, ты меня это... Ну, обнял, да, на созвоне. Это, добавьте меня сюда, потому что... Услышал. Куда, блядь, сюда, куда? Сюда, в Discord скилл. Секунду. Че, у нас Dota скачалась сам? Там Dota. Че это такое, блядь, вообще? Yeah. Да, в Dota я вроде... Ну да, у меня минута установка идет сейчас. Mm-hmm. Че ты мне скинул, блядь, я не пойму. Ты говорю, сюда меня добавь. Я не знаю, куда сюда, я открываю эту ссылку, тут Дюша пишет, не играйте с ним в доту, сапог фармит на 20-й минуте, счет 1-21. Добавь. Ты Олег. Я тебя спрашивал, блядь. Я тебе говорю, добавь меня сюда. Как, блядь, что значит, объясни мне, эти полосы понятия, добавь. Как, блядь, это сделать, в друзья добавить, все, понял. Что ты мог еще? Добавь меня сюда, я хуй знает, что понимаю, добавь меня сюда, куда, блядь, сейчас, секунду. Я просто сейчас скину в чат. Смотри, у меня получилось. А, там уже пошло, Максим, я понял, ты уже это оформил. Сейчас, погоди, давай комбо вам еще. Блять, понеслось. Хорошо. Ты Олег, блять. Так, сейчас установочка закончится, добавлю, а то мне пока ничего не дает делать, она обнова это. Такс. Не играйте с ним в доту, сапог фармит. А вон, да. На 20-й минуте. Все, поехало. Ты Олег. Блядь. Так. Так, добавить. Да. Слушай, а ты можешь код скинуть? Там есть такая в Steam сейчас хуйня, типа, когда ты добавить друзья нажимаешь, там код твой. Сейчас. А где?
нажми вот где добавить друзья, чтобы выскочил. Типа смотри, друзья и чат справа внизу, да, выползает всплывающее окно с твоими. Там справа добавить друга. А, человечек код для друга вот это? Кружки. Все, да, сейчас. Да. Ага. Вот с него вот так, да. Копировать, видите, под друга. Все, отправил. А, блядь, нет, подожди. Я тебя нашел, но не могу, прикинь, друзья добавить. Сейчас попробую. Попробуй. Слушай, кто это писал все? Пацаны, пацаны. Это гений абстрактного юмора. Да, 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 пацаны. Этого не было. Я одну накину сверху, пацаны. Сейчас накину. Сейчас. Добавлю только сначала. Как же этим заняться? Как же, блин, это сделать? Вот, добавить, друзья. У меня список друзей переполнен. Слушай, давай, агент, попробуй ты, слушай. Давай, давай. Объясняю, этот человек не хотел популярности, я уверен. Ну, ладно, раз уж так вышло. Так. Добавил, друзья. Ага, ага. Да, пацаны. А съехала разметочка, прикинь, сейчас попробуем по-другому. Блять, разметка съезжает, сейчас. С Новым годом, фашист, блять. Так ты на основе не видел, он тоже там нормально писал. Какой еще? Я только я это хотел с Новым годом, фашист. Я понял, в смысле. Там на щепочке тоже он писал, там тоже есть хорошие. А, да, на щепочке не видел. А, так он в сети, Дюша, в сети. Да. Ты чего, травить хочешь? Господи, у него статус написано. Люблю своих родителей, занимаюсь спортом каждый божий день, иногда это меня просто добивает. Свободное время только воскресенье, грустные скобки. Больше и нет. Бываю в школе с... 9-18. Я открыл подробнее. Да-да. Блядь. Люблю слышать R&B, хип-хоп, остальная информация. Конфиденциальная. Восклицательный знак, 6 штук. И еще люблю очень на красивых девушек с красивыми попами и титями, увлекаясь пейнтболом, большим теннисом и маленьким тоже. Люблю ездить сейчас в лагеря. Особенно в Инский. Очень общительный, веселый хлопец. Люблю все, что двигается не в том смысле, в котором вы думаете, а в приличном. Люблю очень сильно шоколад, ходить в магазин, и если засунешь меня, то не высунешь обратно. Не люблю азартные игры, не курю и занимаюсь спортом 5 раз в неделю. Еще люблю очень сильно-сильно покушать и не люблю долго спать. Это, наоборот, отбирает у меня энергию. Катаюсь на сноуборде, это мое любимое дело. Лыжников не... Блядь, там пиздец, паста, пиздец. Нахрен с ним знакомиться, если у него фулл автобиография в Твиче, в этом, блядь, на Стиме в этом. А чтобы вы понимали, пацаны, что происходит, если кто-то не понял. Это вот Алисон скидывает ссылку, мол, добавь меня, типа, в друзья. Какой-то левый аккаунт Стима. Я захожу по этой ссылке, и там вот это происходит. Вот эти форсы, с Новым годом, фашист. А сейчас агент читал биографию того, кто это все делал, кто этой пасту писал. Ты свечу, блядь, Дюшу затравили. Реально, Дюшу нет. Дюша, походу, свой так, человек. Так да. Может, либо все, ты в сети ты добавил? У меня не отображается. Да, я в сети сейчас зайду. Все. Ага. Так. Накидал мэтов. Угу. Че, там баны пошли? Да-да-да. Ну, походу, да. Все, значит, все остановили, значит. А, я забыл у себя на Вазде разбанить всех, придурок. Ладно. О, у меня есть для начала разогревочная кастомка для нас. Заходи, Макс. Понял. Сейчас у меня открывается до сих пор. А, парни, я же сказал, знаете, что мне сегодня дали? Я, правда, еще не оформил. Мне сегодня дали компаньонку. А ты, ну, оформил ее, да? Ну, у меня там какие-то проблемы в формате того, что у меня адрес не совпадает, хотя, блядь, написано адрес правильный, не знаю. Да, да, братан, нет, это пиздец. Если хочешь, я тебе с этим помогу. Это такой пиздец, я тоже ебался с этим 1000 лет. Ну, вообще, типа, я тебе советую, можешь вообще-то ее даже и не трогать. Лучше на партнерочку копить, как бы, потому что от компаньонки смысла ноль, нахуй. Ну, не знаю, если хочешь, я вообще вроде без проблем все оформил, там же не так сложно. Или сложновато. Там есть некоторые нюансы, что если, типа... Ну, я натупил, например, а потом, когда еще Дэн регистрировался, тоже не мог выкупить. Вот с адресом с этим. Понял. Там нужно в определенных местах вплоть до каждого знака одинаково ввести. То есть просто...
Все, погнали. Мне нравится в чате. Да, сука, как найти его? У меня секретный стрим, понимаешь, для избранных. Так, вам нужно скачать, да? Вам там написалось, что скачать? Я могу скинуть страницу. Ошибка доступа к файлам пользовательской игры. Сейчас я тогда ссылку скину. В Дискорде скинул. Добавьте это, скачайте это. Что? Так, давай. Блять, надо войти. Ой, блять, это декомпостеры, такая хуйня все это. Агент что на стримах делает? Тёлка своя выёбывается. И это тоже, и это тоже. Говорю, типа, мне тут покушать принесли, и тут жульен, пицца, понимаешь? Сейчас там что-то готовится тоже вкусненькое. Стоп, что, у тебя? Нет. У тебя? Нет. Я просто только сегодня рассказывал перед стримом, говорю, блядь, это, говорю, Коля, говорю. Говорю, это, что сказал-то? А, понял, ну я проснулся, и, в общем-то, у меня за завтрак, обед и ужин, блядь, за что-то недоеденные чипсы, блядь, нашел нахуй возле дивана. Добил их, чуть не умер, блядь, живот скрутило. Жрать охота уже месяц, нормально хочу жрать. Но мы по ночам живем, поэтому ни доставки, ни хуявки, ничего. Так, ага, все, я вроде скачал. Ну-ка, проверяем. Попробуй еще. Да, да, да. Так, не кто выкинул, к нам, блядь? Сейчас, давай по-другому сделаем. Давай. Все, втроем, погнали. Поехали. Класс. Don't click the crab? Да, да. Здесь надо музычку погромче сделать. Название интригующее. Понять, меня кто-то в группу. Да, да, интересно. Не получилось что-то. Блин, чат читать, я не знаю. Эквил, вот реально, у меня почему-то твой ник ассоциируется, что это реально женский ник. Вот я вот 100% уверен, я знаю, что ты парень, что ты пишешь типа, в мужском роде, все пишут типа выздоравливай, но у меня всегда этот ник Эквил ассоциируется, что я как бы не знаю почему, откуда такая ассоциация, но у меня просто трясет аж, блядь, нахуй от этого. Прикинь, а у меня, прикинь, прикол, а у меня с точностью да наоборот, какая-нибудь сметанка пишет, я такой думаю, сметанка тип, знаешь, на подсознанке где-то, мол, только, тип бы себя так назвал или что-то типа того. У меня в другие стороны все это. А у меня нормально, я нормально. Ты охуел? Кричит там, да, из чата. Ты чё, блядь? Охуел? Этот, а что у нас в игре? У меня ошибка какая-то, типа, не совпадает. У меня этот блядский значок доты на меня. Да, у меня тоже. Тоже, я не знаю, что это значит. А, все, сейчас его нужно подключать. Да. Ждать надо, да? Угу. А как же лента? Не знаю, я сначала даже не знал, что это лента. Я думал, это лентфо, лентач, что-то такое. Не, я сразу знал, что лента, это что-то легко. Лента, я не распознал цифру 4КК. Не умею писать и говорить на лите. Да. Наверное, даже многие не знают, что такое лит. Да. О, ты знаешь, ОЛДФАГ? Естественно. Я мастер тебе этой хуйни. Погнали, сможешь сейчас написать на лите «Привет, Максим» в агент, час свой? А выздоравливаешься, как вот. Парням пишет? Да это хуевый был пример, погоди. Какие был, девушка или парень? Давайте разберемся. Смотри, я даже модернизировал, знаете, могу написать. Я тебе вот таким давай. Напишу даже литом. Давай. Стоп, че? А, ну, да, про выздоравливание, да. Вы неплохо меня подловили, да, что-то я это... А, да лит все знают, смотри, лит все знают, оказывается. Ну, 1.37 это понятно, но там есть это, поболее. Бибин-бобин, я одну за час, одну в час. Я, братан, если ты хочешь, поверишь, хочешь, не поверишь, Бибин-бобин, я в натуре из-за тебя стал реже курить. Я боюсь закуривать, потому что знаю, что ты выскочишь с этой хуйней. И у меня раньше уходила пачка за вечер, ну не за вечер, а за сутки. Сейчас вот до сих пор, блядь, уже 2 дня. Я Кирилл, приятно познакомиться, Влад, а прикинь, у меня агент со словом «сосёт» ассоциируется. Приколямба. Приколбас, бля. Ты загрузишься или нет? Тебе 30 секунд осталось. Я? Да. Я не знаю, у меня так. До сих пор загрузка. Не-не, Макс загрузился. А, нет, я готов, да.
Блять, у меня архив пользовательской игры на сервере не совпадает с версией в клиенте. Мне, походу, нужно игру обновить как-то, не знаю, я даже не скачивал, ну ладно. Сейчас разберемся. Игротека. А, что-то там про так корабль, а нахуй мы ждем тогда? Привет, хуила, говорит. Сейчас, погоди. Сейчас, погоди, мне кто-то в дверь звонит, блять, как не вовремя. О, все, убили. Еще одна. Еще одна, что ли? Так. Мы, интересно, будем играть, или если не загрузится, не будем? Сейчас узнаем. Неудачно. Не, не будем, прикинь. Так. Ладно, а давай... А я могу кикнуть? Нет. Нет, не могу. Говорит, питайся нормально, не хавай эти чипсы, ёбаные. Да я не хотел их жрать, просто очень хотелось есть, и я нашел только эту парашу. И как бы подумал, ну похуй. Съел чуть-чуть, и меня чуть, блядь, не сдавило на месте. Я сразу почувствовал, что это пизда будет. Я-то хочу уже поесть нормально, но, блядь, с этим режимом. Ой, сейчас, блядь, вот завтрашнего это, конечно, проёбченко, проёбченко. Ты про что? Там, короче, у нас чинят калитку, и там, ну, у нас чел на машине один, вот, ну, как бы, а я без машины, вот. И, соответственно, ему это больше было интересно, то что, ну, как бы, ну, наоборот, короче, должен был скинуться он, так как он автолюбитель, да, вот. И, в общем-то, я ему раз пять напоминал про всю эту историю, он не скинулся, сейчас пишет, типа, ну, вы что, деньги сдавали, идите получать ключи. А мы не сдавали деньги, и завтра будут парни без ключей, класс. Хорошая история, душевная. Это дрязги, это дрязги, блядь. Это вот эти коммунальные дрязги. Дворовые дрязги, да. Дворовые, да. Блять, я донат проебал. Меня там спрашивали, Максим потрясет сиськами за донаты? Да можно, чё ж нет. Естественно, а сколько одно волнение одной груди стоит? Один потряс. Сколько вообще? В герцах, давай на... Сколько вам, пацаны, натрусить? Давай. Чё, агент? Чё? Ну, я просто... Кастомку имею в виду. Вроде всё ж понятно объяснил. Я не про то, ты кастомку... Я обновляю. Устанавливаю, загрузка. Разобрались, слава богу. Бля, я хотел с ней разогреться, она сейчас будет это, как будто я над вами издевался все это время. Ну ладно. А, ты хотел как приколбан запустить на 5, да, на 5 да, минут, да, 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 да. Мы уже давно на какой-нибудь ТД-шечке сидели, бля. На самом деле не ТД, блядь, давай только не ТД. Окей. Привет, погнали. Коля, Максим и агент. Ага. Тут моя соседка попросила меня о помощи для своей дочери, которая больна ДЦП и многими другими заболеваниями. Вся проблема в том, что девочке больше 18 лет, а фондов для взрослых единиц по стране. Что после этого же делать? Типа группу ВК или странички о помощи в инсте? Блять, братан, я не знаю, у него вообще никакого опыта в этом нету. Почему ты подумал, что мы можем посоветовать в этом что-то? Это, блядь, проблема какая-то дикая. Ну я да. Я не думаю, что мы здесь... Что можно сделать? А что, и помощь как-то финансовая, типа, нужна? Ну хуй знает, должны же быть какие-то группировки в России, незапрещенные. Ну да, просто как бы если вообще... ты группу сделаешь или страницу в институт, это будет... Как-то это... Ну, ни у кого же нету доверия к этому. А там, по-моему, нужно... Вот-то... Я проиграл? А, нет. Да, ты проебал. А, нет, Макс проебал. Я не жал никуда. Спасибо. Чё, блять, произошло? Вот этого мы ждали все это время. Ладно, я еще и музыку, блять, не вырубил. Ладно, там было это. Погоди, это все? Это всё. Блять, что ты ждал от кастомки, который называется Don't Click the Crab? Хотя бы второй раунд, блять, не знаю, я даже нажать ни на что не успел. Кастомка уровня Overwatch.